Так, у нас утро 4-го дня нашего медного марафона. Подготовили захватку под нас. Будем делать третий четверик сегодня, завтра сделаем четвертый. В общем, успеваем, все идет по плану. Сейчас попили кофе дома, позавтракали хорошо кашкой с молочком. Приступаем к работе. Четверик закидали картинок, оставили мысики, сейчас будем мысики отдельно бомбить, так быстрее в принципе получается. Отличный вид из офиса и стольного. Специалист на карнизе, опасный у него участок, он там привязан, дядя Сережа там размечают картиночки маленькие, лазит на коленках, молодец, старается. Весь уже вот этот он эркер там обшил. Ну, все, у него даже медная линейка есть, смотри. Ай, Серега, молодец. Да? Сережа участвовал вот, в куполах, обшивал оттуда. Серега, для кино! О! Так, друзья, я пообедал, решил подняться на звонницу. Сейчас посмотрим, что там наверху у нас. Погода кайф. Вот колокола. Главный колокол. Масштабы поражают, конечно. Красота. На эти участки нас пригласили. Как видите, уже два доделано почти. Там третий делает. Так, посмотрим, как устроена звонница.
Здесь вот звонарь стоит, видимо. И через эти тросики управляют колоколами. Вот самый маленький. И пошли по возрастающей. Вот так и трудимся. Тут у нас парапетян работает. Там видел сейчас альпинистов, им надо спускаться как будет. Но они, наверное, не будут работать. Но тут постоянно то дождь, то солнышко, то дождь, то солнышко.